Сегодня в рамках Дней карьеры министр промышленности и энергетики Чувашской республики Евгений Герасимов встретился со студентами Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Вовлечь специалистов в управленческий процесс – такая задача стоит перед представителями министерств. Государственная служба требует особой ответственности, умения принимать решения и добиваться их выполнения. У министра промышленности своя история успеха. По мнению Евгения Герасимова, даже на таком ответственном посту надо постоянно учиться, перенимать опыт и совершенствовать управленческие навыки. Студентам поступило предложение познакомиться с работой органов государственной власти воочию. Задача именно – привлечь молодежь в органы государственной власти, в органы государственной службы. Еще раз, в Минпроме найдем место и для практики, и для успешных кандидатов. Решим вопрос и с трудоустройством для тех, у кого будет желание на это дело.